Платформу, основанную на технологии P2P, запускает команда проекта P2P Solution Foundation. Инновационная разработка позволит безопасно и открыто обменивать, хранить цифровые активы и данные. Проект уже выпустил собственные токены P2PS и запустил ICO, которое продлится до 28 февраля 2018 года. Токен P2PS – новая криптовалюта, которая позволяет осуществлять децентрализованные и безопасные транзакции на платформе для одноранговой связи. Команда проекта P2P объявила, что за период проведения ICO его участниками стало большое количество людей, а также в консультативный совет вошли авторитетные эксперты криптомира. Планируется, что благодаря использованию децентрализованной системы одноранговых сетей, доступная и защищенная блокчейн-платформа P2PS будет внедрена в правительственных учреждениях, в сфере обороны, образования, медицине, фармацевтике, в банковском деле, финансах и в других корпоративных секторах.